В Бендерах сегодня горела крыша бывшей хлопкопредельной фабрики. Тушили крышу 4 пожарных расчета. Никто не пострадал. С подробностями Наталья Ткачук. Вот так выглядит крыша сразу после пожара. Пожарные только-только закончили ее тушить. Сейчас предстоит не менее важный этап работ. Всю крышу нужно разобрать и потушить, где есть очаги. Крыша сделана из огнеопасных материалов. Это камыш и глина. Пожарные спасатели снимают каждую балку и камыш с глиной. И так слой за слоем. Работают быстро, но осторожно. После тушения пожара на крыше скользко, а где-то может попасться все еще тлеющий очаг. Разбираем, задымление, тушим, проливаем. Мало ли где еще мы можем... Ну да, ну вот где дым, смотрим, просматриваем балки. Глинобитная крыша бывшей хлопкопредельной фабрики загорелась рано утром. Тушить пожар приехали сначала 2 пожарных расчета, потом еще 2. Тлеющую крышу разбирали несколько часов. Ее площадь 300 квадратных метров. Вчера здесь работали сварщики, укладывали рубероид. Скорее всего, искра попала на сухой камыш. Хотя рабочие вроде бы все проверили. Пожарные говорят, хорошо, что не было ветра и пламя не перекинулось дальше. Могло перекинуться вовнутрь, я думаю, склада. Или на соседний склад. Выгорела крыша одного из складов бывшей фабрики. Здание большое, предприятие давно не работает. Пожарные говорят, фабрика горит не в первый раз. Все из-за камышовой крыши. Сейчас здесь идет ремонт. Здания будут сдавать в аренду под склады. Крышу теперь придется разобрать. Наталья Ткачук, Леонид Мастак, ТСВ.